Всем привет, с вами Илья. Мы с папой собрали вот такой вот самолет. Вот такой вот он у нас получился большой. Сейчас я вам покажу его со всех сторон. Вперед-назад будет подниматься вот эти вот закрылки. А если вправо-влево, то вот эти вот. Тут у нас вот такие вот. И он еще ездит. У него тут показан. Вот тут на самолете показано. Это вот. Если вот этот рычаг вот так вот будет стоять, вот, то будет вниз опускаться вот это вот. Если по-другому, то будут крутиться вот эти лопасти. Если рычаг будет вот так стоять, только другой, то будет опускаться и, подниматься колеса. Если вот сюда, то будет открываться кабинка. А теперь я вам покажу, как действуют эти функции. Так. Лопасти. И в другую сторону тоже. Теперь, что открывается вот это вот. Рачин. И обратно. Так, и теперь покажу, как открывается вот эта кабинка. Так. И в другую сторону. И как? Опускается и как поднимаются колеса. Так, то есть так вот. Вот. И как они поднимаются. Спасибо за внимание и всем пока-пока.